Вот сейчас я снимаю на камеру. Вот сегодня, вчера у Александра был гибурсак, ему исполнилось 44 года, даже не поверил, да. А рядом возле него, это его и одноклассник, и троюродный брат, и лучший друг, да. И приехал специально поздравить его. Вот молодец, он такой, видите его. Да, прилетел на смену на самолете, да. Вот такие дела. И вот это очень приятно. Мне, например, лично очень приятно, что они общаются и постоянно в контакте, да, это мне очень нравится, да. А его это Зельбитин, папа был, это мой двоюродный брат, тоже хороший парень был. Гармонистом был, да, и пел, как соловей пел, да. Хороший парень был, да. Ну, очень жаль, его уже с нами нет, да. Вот так как-то случилось, да. Вот такие дела. Вот сейчас вот они прожаривают последние колбасы, и мы уже за стол сядемся, да. Вот такие дела. Так, помашите ручкой. Витек. О, Витек, вот он, смотрю, батюшки. Я так не умею, у меня нету столько, да. Саша, ты покажи свои силы. Покажи. Ой, это у меня больше было. В эти годы у меня больше было, намного, да. У меня счастье куда-то делать, не знаю. Да. А где у меня тут живот? Где? У меня живота нету, так что это самое, да. Да. Вот одеты как красиво, так все белым, да.